Пимпочка, как это приятнее звучит. Пимпочка или пипочка? Пимпочка. Пимпочка. Ладно, хоть тут мем. Сражавшимися за свободу и покой своего народа. Тело. Анима ужасно не доверяет. Это ты отбери у него все, что есть. Сейчас, подождите, я его заберу. Первый раз. Второй. А ты уверена, что ты будешь танчить? Конечно. Ну ладно, удачи. Мы будем помнить тебя, молодой и прекрасный. Берн, ты вверх? С нами? Релок 2 минуты. Я там всякий кинул случайно. Сорок камней, маловато. Это длину всю ману нет у него. Там он один. Там нормально все. Да, конечно. Алька, пошли спать. Нет. Я тебе свою кроватку отдам, я любимую подушку. Нет, у меня есть подушка и кроватка. Котика дам, котика. Котик есть. Кстати, я за стенку в ПК пробую с лоусами. Чё говоришь, Ваня? Ловушки чекай. Ловушки чекай. Чё ты чекнул?
Ничего. Бёрн, ты тут? Там Андреа, подходи, выходи с АФК, там подходи, кто там АФК сейчас. Там поставьте шкаф, присмотрите, сейчас 2 минутки отойду там быстренько. Если Бёрн зайдет, Кристоф, скажите, чтобы не лопался. Маги, поставьте, пожалуйста, столик. Блин, это я случайно каску перебью рогом. Ну, я перебью. Столик можно? Пожалуйста. У меня уже достаточно таких предметов. Кто ролики на тот спех, которым идет, пишите об этом в РК. ИП на другого персонажа тоже пишите. Второй раз ИП на одного и тоже персонажа получать нельзя. И я думаю, вряд ли Редрику дадут волю. У меня вторая аура будет стоять, хорошо? У тебя осколки, пусть я третий. Пусть какого квеста можно? После всех. Круто. Что ждем, кого убить? Блин, кого ждем? Ты Баша кем? Зулдриной. Кем? Зулдриной, пристом в четвертом пальце. Ее почему? А кроме пристов никем больше не умеет играть. И то пристом не умеет. Пристом. Эх, печалька. Ваня. Улетел кот? Ваня, ты рел, Ваня. Ваня, что ты делал? Эрл, не видел, что ты делал? Пиво, водка. Говорил он. Килька в банке. Килька в банке? Так, что там, пишите пока на какой спек ролите в РК. Ваня, я там тебе написала. Я на другом сколько персов не имею, у меня все и заканчиваются лишь одним. Фразой одного моего основного и все. Ты какой? Что какой? Ты как Войт. Его все начинается на Войт. Да нет, у меня разные ники, но все меня называют одним.
Мне сказали Майка, и в Африке Майка. Ну, хиспекайся обратно в шамана, в хила. Придется хилить. Да, так Дизитейшн и Ршайн умеют играть. Самый грех не уметь играть. Там всего 4 кнопки. Больше. Так эти не светятся. Основных 4. Так, что там рыба есть, у кого-то можете поставить рыбу. Сейчас сову за собой, не можете фулбафы давать. Все, можете фулбафы давать. Плюс-минус там пару кнопочек. Я думал, многих основных кнопки 4. Стали рыбу кушайте. МТТК, третья, четвертая пати, эмпочка, на него все на пулы, на нее все на пулы, давайте. 4 хила, пойдем быстренько снесем, пойдем в РС-ку. Тоже 2 РС-ки. Мысли, у нас кралька БДК что ли? Ты нормальный вообще? Так она уже танчила. Беги, да? Серьезно? Да, на прошлом КД, кстати, хорошо танчила. Эй, мы на WP танчили. Чик на пул. Чё? Первый вайп будет на совести кральки. Сейчас я схожу, это я этот тал сниму. Хера тут? Я тут, я не знаю, какую ауру ставить. Вроде третьей ауры нет, но мне сказали лед. Да. Ну, все три есть, короче, нормально все. Хера тут? Да, если готовы, можно начинать. Прочитаем. Давайте под жопу становимся, печеньку. Только под мордой не стойте, даем рост. В лужах не стойте, перед рожей не стойте. Там печеньку встаньте, меня не убивают. Обычно. Раскол нажимаем. Давайте шип на ханте там с правой стороны. Слейте его. Так, кто там фейл? Ресса или Гбеза на вихре. Сейчас будет вихрь, танки разбежались, рейд в центре. Ребро на вас идет, вы от него отходите. Фейл Ресса или Гбеза. Смотрим, лужи, в лужах не стоим. Если ребро на вас, вы отходите. По команде им на хп, то на даш. Смотрим в лужи, играйте по шипам. Давай им на хп. Ареса или Гбеза. Отошли от ребра, отошли. Там шип сзади где-то. Ну, ресай быстрее, сейчас умрем. Дайте гимна на хп все присты. Протопал на шипе с левой стороны. РДД, бейте шип. Блять, фейл где-то еще на шипе, не хер его знает дело. Давайте под жопу собрались. Давайте шипы бьем, смотрим, сейчас лужа будет, рейд, аккуратно сместитесь. Так, Зулдрина где-то на шипе там умирает, аккуратно, слейте. Давайте под жопу все становимся. Так, шипы сзади, шипы, добейте шипы сзади. Так, давайте, сейчас будет еще один вихрь, ничего не стопаем, добиваем ребро. Анаки, где там умираешь сбоку? Добивайте. Отойдите только от луж, чтобы вас не убило. Все, убили, молодцы, резайте ликбеза и чистите трэш. Так, кольцо на мейнспек, на хила надо кому-то? На офспек. Так, руки на танка надо кому-то? Вам удалось сквозь пелену. Человек, да. Чистите трэш там. Похилите там без меня, сейчас телефон звонит, отойду быстро.
Ладно, пойду я в баню, а вы развлекайтесь. Хорошо попариться. Так, давайте ДКшки, у кого там БДК есть? Вячеславе спекайся, понятно? По тактике, два БДК слева, протопал справа, первый на пол на эмпочку, второй на Вячеславе будет идти. Трэш выходим, переключаемся сразу в него. Так, что-то 4 совы, 4 друида контролем сразу. Присты фиры кидают. Капли сливаем перед полом. И пока снимите, снимите темную магию. Считайте темную магию. Да, можете снять. После трэша дайте сторик маги. А вот тут тактику немножко не понимаю. Вот я начинаю танчить. И мне как в какое-то время переставать, чтобы агро другой набил танк или что? Там на тебе будет дебаф вешаться, при 5 стаках ты не сможешь угрозу генерировать. Когда 5 стаков будет, другой ДК забирает, в это время он там переагривает должен ОПшками, на него на пол будет вот идти. Когда стаки пропадают, я снова бью. Да. Угу. Дайте стол маги. Дайте пристабав там вроде бы. Да, Люша. Только темную магию дали. Снимать темную магию. Ладно. Так, давайте чек на пул. Давайте все готовы, начинаем. Своих в контроле не бейте. Если падаем, то смотрю, кто духа взрывал, даю ГПС сразу. Давайте играйте в трэш, вышел трэш. Давайте право, лево, бейте трэш. С одной стороны убили, вторую сторону помогаем. Играйте по леди, смотрите, с контроля будет, готовьтесь. Контрольте игроков. Паладин там капли слейте. Давайте два хила, и кто там еще? Лысый пенек. Законтрольте вара, законтрольте. Своих хилов не слейте. Так, мышка зависла, там хильте без меня пока. Вышел. Трэш, играйте по трэшу. Зиг спал, выключи активацию голос. Или что-то там нажимаешь. Давайте трэш бьем, слева справа. Слева убили, справа добиваем. Смотрим, контроль сейчас будет, готовьтесь. Если, так, добейте фанатика. Так, фанатика нет, нормально. Все, играйте в лейте, все равно будем стопать еще. Контроли смотрим, контролим игроков. Давайте бейте леди, скажу, куда стопнуть. Даже дверь закрыла, чтоб ты чё, пенька было. Давайте стопайте по леди, не бейте, сейчас трэш будет, 10 секунд, это плохо будет, если переведем. Не бейте, поэтому заведите. Мы успели. Все, играйте по трэшу, нормально все. Давайте, бейте, эмпочка, иди лови леди. Леди, лови леди прямо сейчас. На пульте на эмпочку леди. Давайте трэш забейте. Да эмпочку. Короче, идите, ловите на нее на пульте. Контрольте своих игроков. Давайте нормально, идите трэш бейте с правой стороны. Это что какой-то... Так, смотрим духи сзади. Аккуратно духов не хлопаем, пошли в РД зону. Блять, ну я сказал же, не хлопать, почти вайпнулись. Хейли селась. Все живы, ёпта. Да, все, давайте на пул на следующего ДК. Духи возле леди и Миризона отошли.
смотрим, контроль сейчас будет, 2 секунды, готовьтесь, контрольте игроков. Контрольте лысого пенька, законтрольте и мага. Играйте по трэшу, 2 духа возле леди, аккуратно мелизон. Идите трэш бейте. Контрольте вара, чем он бегает, пенек сейчас поубивает всех. 3 свиньи слейте в контроле. Валикбес, иди леса и хали селаси. Духи возле РД зоны пошли в мелизону аккуратно. Это он агим на ману ставлю тотем. Так, духи в РДД зоне и в мире зоне аккуратно отошли. Захильте Хайли Селаси. Давайте духи пошли аккуратно. Контрольте игроков. Не убейте своих в контроле. Так, длинноухий сам станешь. В мире зоне 2 духа аккуратно. Играйте по трэшу. В луже не стоим. До следующего ДК там на пулы давайте. Свемпочка поймала. 2 духа с правой стороны, 1 в мелизоне, милики отошли. Так, не вижу эти духи, сами смотрите. Играйте в трэш, сейчас выйдет. Контрольте фейл от Ника, законтрольте красавчики. Идите трэш, бейте, вышел трэш. Дайте там гимн на ману еще, если есть. Не умирайте. Духов хлопает, стонно не хлопает духов. Давайте последний трэш добейте. Духи в мелизоне пошли в РД зону аккуратно. Все, добивайте леди. Там фанатик одного свете. Все, убери молодца, резать и павших. На танка рольте, на моей спине. Вот так вот. Да, сейчас. Подожди. Да, кто там за осколками? Я голову рулю. Кто там за осколками? Пирог. Надо кому-то наручи, не белунг там бесплатно. Наручи можно. Ну, лови тогда посох бонусом. Ну, Абдуру ральни тоже, если что, могла быть. Да, там ральните, кто выиграет. Это мои достанутся. Ну ладно. Благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молотов. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Храбрые воины, солдат Альянса тут очень много. Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Орхена. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлёту. Пехота молота по местам! Все, пустите на корабль. Протопал тоже бери радист, ДК тоже бери радист. ДК летает, протопал у нас станчит. Летайте там, бейте мага, когда будут. Мага нету, бейте трэш в нашем корабле. Время, деньги, дроп. Не достаю, слишком далеко. Блин, подожди, ты кто на мотоцикле? Понимаете, там пушки левую займите и правую.
будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Гордрон, взлетаем. Бабочки дикой магии, на дикую магию. А если так у кого-то вот такой камень? Сейчас. Боевой корабль Альянса! Все на палубу! В голову, он у меня в голове почему-то такой стоит. Че, какой надо? Ты там все на стамину ставишь, один на мастерство. Все. Истерию на пушку. Идите пока на нашем корабле, трэш. Давайте, ДК вышел, чё-то, господи, Мах вышел, ДК лети. Так, ханта убил. Кто там? Эндриага, ресни его. Не ждать его. На том корабле валяется где-то. Возле бортика. Идите пока на нашем корабле, трэш. Только огро не срывайте. Вышел маг, ДК лети. Рейд летите, только перед сурком не бегайте, чтобы вас не убило. Там нет сорка. Ну а кто там? Мурадин или кто там? Прости. Чё не так? Да, Мурадин. Какая одна разница? Как бы разные вещи, ты чё? Может, они поверну? Ты же за Орду играешь, а не за Альянс, блядь. Саша, рисни Харзула. Где он вообще? На нашем корабле? Да, да, можно рисовать. Все, убили, запускайте сразу. Я там подумаю, ликбез или Жека сможете в ДД спекнуться на одного босса? У меня нету ДД. Туда длинноухи спекайся в ДД, в 3 хила похилим. Дайте там полбафа. Либо поставьте, если есть. Чё, ты на мой спек надо кому-то? На успех. Кольцо на мейн спек надо кому-то? На успех. Это на мейн спек, я так понимаю, все, да? Ликбез на уф. Харзул по мейну. Стоп, 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 не надо, не надо, я передумаю, Приз надо? На мейн спек, за половину. С подруидом дайте полотен. О. Инту и лапку дайте, пожалуйста. Счеты выпадем. Коркрон, выдвигайтесь. Герои, будьте на себе. Присоединись ко мне. Что-то еще ты забрал, надо кому-то? Ну, хули по воду. Ну, а здесь мы падаем, короче, там трэш не бьет, не бьет, смотрю. Даю ГП. Много? Танки, по соточке. Лучше бы мне уже тогда счеты отдал, похрена не могу. Так никто не ролил. Да, ну? А, ну да, и запы. Жекос. Киллер Стару.
Кому не надо, никому. Наберите резко же с собой 8 метров, чтобы врага не так сильно копилось. Вчера с собой меньше демона набили, хз. Вчера демона подрежбит, давать, да и все. 12 дайте кулак по ханту просит. Договоритесь, все вы, кто под первый трэш дает звездопад, кто под второй, чтобы не все в один дали. Не, лучше ты трэш побей, Вуди. Нормально будет. Да, дайте кулак ханту. Дали. Поставил печеньку, кто там бафает я кулаки. Хотите узнать, сколь могущественно плеть? Давайте, 5 секунд, бой начинается. Ебать, что мне пиздец так нравится нашу. Готовьтесь, 5 секунд, трэш. Переключайтесь, бейте трэш. Ты на Долдрине, что ли? Ну. Тролль намного лучше, чем, блин, Мэйль Кровь. Давайте, трэш, 5 секунд, готовьтесь, играйте в трэш. Кто кидает правосудие света паладина? Танки, когда будет 32% восса и рага будет 80 плюс, отдавайте свои дефы. Чтобы метки не так сильно пробивало. Давайте, последний трэш сейчас будет 5 секунд. Готовьтесь его сливать. Играйте в последний трэш, давайте, чтобы циферки не портить. Ну добейте трэш, сейчас умрем. Все, добивайте с рука. Да, теперь главное 3 метки не уронить. Циферки будут красивые. Ну да, что-то тролль получше, чем в крови. Без фласок. Пояс бесплатно надо кому-то. Так, токен бесплатно. Надо кому-то. Это бесплатно пояс, да? Тебя как подобает. В награду. Шлировый. Предками. Обычно токен надо кому-то там присоедините в чате. Там защитники, 2 штуки. Чего бы все так печеньку разорвали? А чё, у демона пета не было или чё? Чё-то это соло 9-ка. Вон соло последний по ДП. Вообще, что такое? Демон на пятом вроде нет? Не, ну это соло 9. 9, как так? Тебе сразу на чунку. Что там, открыли, не открыли? Про меня вы? Ну. Я же говорю, завис посреди боя, блядь. Ну а... что там с фортаном, что его не открыли? Открыл. Отойди там подальше. Не, там дальше, отойди. Отойди там мостику. До лестницы, блин. Когда откроется. А я еще знаю один секрет, оказывается, я еще в хилошмоте бегаю, заебись.
Оставайтесь тут, там танки эти, валькиру агрите. Все тут стоим, ждем. Где валькиры? Их они не участвуют, я не пьем. А? Ты там бегаешь. Заблудилась там? Калька, Калька. Ну, мост, чего? Мост, который перед нами, на нем встань. Зачем ты там бегаешь? Ты сейчас три штуки сразу сажаешь. Там нету. Что там, одну сагрили, нормально. Быстрее, быстрее. Ты же могу отдавать? Чё? Это нормально. Печеньку себе эти начинаете РД, тупо пока не трогаете. Ну все, на сагрили. Не, нормально. Красиво, что ты просто фиг знает куда улетел. Буду тебе Ленин приз. А? Буду тебе Ленин приз. Наш мне аккаунт дал. Идёшь, чай центр. Это значит, ты бупу не дала, а тебе дала, да? Получается так. Тут есть друид, шаман, паладин, лок. Блин, кто-то еще был, не помню. Вар. Вар вроде бы, да. А, ДК. После бани руки ватные. Вообще ничего решать неохота. Идемте на чулку. То из паладинов дает кулак. Каску мне, пожалуйста. Войт Холли вроде. Теперь понятно, да? Не, ну кулак закончился на сурке буквально через 10 секунд после боя. Ну как вот бой закончился? Прям тайминг как. Я четко рассчитал, да. Сука. Что у тебя за кулаки такие трехминутные, даже два с копейками? Кажется, если Войт будет танчить с паладином, он даже таунт хуй будет жать. Диспайл. Зачем? Бомжи там идут сверху, там можно их агрить, короче. Сольем вместе это все. ДК, дайте там два войска. Маги станы, паладины станы и берите. Печеньку убейте, а то сейчас взорвется. Все нормально. Кореха. Нормально, как пруф качну. Что, голды не хватает? Да нет, там кожевничество качают, где денежки надо. Хрануть. Ну, ханту качаю там профом. Кожевка и шкуродер. Да не, у меня деньги есть. 1060 на всех курсах. Купил сразу прокачиваю волкань. Там донатит. 1060 пиратки. Голды? У тебя есть? Где-то так. Я в шоке. Ну ты за эти деньги много помидор не купишь. Дайте помидоры. Почему помидоры? Давайте собаку сагрили правую, аккуратно левую сагрили. Давайте, играйте в собаку левую. Не знаешь, почему помидоры, вообще не знаю, как ты живешь-то. Вот про картошку я пойму, но про помидоры что-то тут не то. Следующим летом поймешь. Но я не люблю так уж помидоры, мне их проще купить надо. А то Ваня купишь. Да, по сути, пришли в дар. А чем помидоры выращивают? Нет, я их давлю.
Там настолько консервация такое. Он из них делает все, там варенье, самогон, еще что-то там. Кого-то самогон из них не делал. Самогон, я поверю. Самогон с помидорами сочетается отлично. Пускай, да. А вот огурцы с помидорами нет, не сочетаются. Сочетаются. Нет. По свойству они друг друга блокируют. Тряси, на этом собаку съел. Ты это, иди там в университете сказки рассказывай. В академии где-то там училась, не ветеринаром. Там такая сверху печенька, вставьте себе хватка. Пришла рассказывать. Помидоры — это кислота, а огурец — это щелочь. Что делать щелочь, кислота? Образует соль и воду. Конечно. Почитай химию, 9 класс. Вот иди и читай. Гоняйте кто-то на левую сторону, там ложку активируйте. Сколько химию даже не знает, блин, ё-моё. Между прочим, я химию сдавала. ЕГЭ. Вот такие ЕГЭшные, или как у нас называют, СТшные преподаватели и вообще ученики, это такое себе ума, как у Войда. Да, я тут погляжу, ты у тебя такое же количество ума, как и как фу, блин. О, да, ты не можешь выразить свои мысли, да? Заговорилась. По химии учил. Заговорилась, нет, нет. Я говорю, у тебя столько же ума, сколько и у меня. Так что не надо. Рейнджу. Так, Эндриага, раз. Так иди почитай, так, две совы. Кислоты и щелочь получает. Давайте по рейнджу. Две совы, ЛМ-3, протопал 4, 2 охотника 6, 3 ШП 9. Все нормально. На баги будет сразу выходить, если кто упадет. Давайте все, можете фулбаф отдавать. Когда будут там трубы вливаться, перебегайте, не стойте там, не рыгайте по 10 человек в одной пушке, чтобы захилить нужно было нормально. Давайте чекнуть. К сове подойдите слева. Кто-нибудь. Мне хан тут идет, нормально. Че там, ламро? Макшу не хватает. Где-то там. Так, Мах. А, че, вылетел? Да. Идем. Вань, кидай мне на шмот на распил. Я забыл, что тут плохо есть. На зондарину, да? Да. Угу. А то счёты мне никто не отдаёт. Так, Animal Jazz готов? Все тут. Так, и все готовы? ДК, начинай. Кто не стоит на ВНЖ, становитесь прям под жопу босса, чтобы именно в центре. Так, даю рост. Нормально все. О, блин, двойное. Селфиш скини, чему? Чего? Если меня сейчас хан заблюет, я ему ГП нахуй накину. Почему хан с максимальной дальностью атаки стоит ближе, чем сова, которая здесь до подограничивает? Сулдрина, не стоит так далеко тебя захирить. Сейчас. Газ. Ты, походу, начал говорить только хан-хан, и их два сюда пришло ко мне. Аккуратно, лучше в центре. Вот эту захиливайте, у меня уже кош нет. Нормально.
Декиллер старый нормальный, не знаю, что он так сделал. Тучка и тона. Это он, дай им на ману. Большой в центре, паладин забирай. Два больших. Паладин привел. Забирай паладин. Так, что вы сильно проседаете, давайте. Взрыв, бежим, 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 взрыв. Блять, как там взрыв оказался? Там два стака только было. Маги на ренжу, выходите. Так, ламруа там захильте, маги на ренжу и добиваем, нормально все. Все, убили, молодцы, там рез этих павших. Так, медальон на мейнспек на танка. На успех. Нет. Из этот, как там ее зовут? Да это шейником. Да, объект на мейнспек надо. Она такая классная с броней, но бесполезная. Нет метки. Короче, у меня лучше, да? Ты не знаешь, что у тебя стоит? Вальки бесит, да, ладно, она лучше. Передай Этоне, она выше по ПРу. Половину так забирали уже там шмотку, надо кому-то грудь нахипала. Что-то легко убежал. Кровь надо кому-то? Так, давайте споры два раза несем, третий раз не надо нести дух шамана, выбежимся. Квадраты, трусы. Сейчас ману риснем, давайте чек на пул. Андриага. Все готовы, ДК, начинай. Дай крест по друидам. Дал. Чекал. Да, все готовы были. Кто я начал наливать, смотрю, уже босса бьет. Такого дела отвлекли. Треснешь мага Тхели Селаси, Саша. Да, тут дело. С правой стороны возле меня. Сейчас. Сколько вообще ДПС на 40? 306 вроде был. Че там, вставай, маг. Бля, мое место занял хан, пока я бег. Надо с этим киллер старым побеседовать по душам. Роману будет что-то выносить, блядь. Все нормально. Все, третью можно не выносить. Я пришел в мелизону, а вар вышел из нее. Ну. Okay.
Вы на приколе? О, на книге. Мне тучку рано прожал. Уйха на мне. Короче, я труп. Все, спокойной ночи. Спокойной ночи. Вали. Грубый вен. Бань, спать будешь? Усяк. Я спать пошла. Все. Ну, давай. Если что, завтра зайду, так что можете завтра мучить сколько угодно. Книжки иди читай, что там в реакции кислоты и щелочи получают. Я тебя просила не конечный продукт, а что они с друг другом делают. Они друг друга нейтрализуют, чудо в перьях. Что значит нейтрализуют, и их ничего не получается, или как? А вот как все худеют на огурцах и помидорах. Вроде бы поел, а вроде бы нет. Потряси, не скажешь. Вот в академии учились, термины какие-то слабые, очень нет, не в школе и то лучше дали химию. Ну, здесь он не сильно обиделся, а то потом, блядь, выглядит, что Трисия там девок обижает. Не первый раз. Я ни разу не обижал, это все надумано. Как и гниломорт. Пояс упал. Столько газа. Я его даже чувствую. Рецую. Спасибо. Кинь плечи, Ваня, погонять. Бесплатно надо кому-то что-то? Поезд. Давай поезд пускай будет на ДЦ, если никому не нужен он. Киньте ротом бесплатно. Ой, с какой ты пати? А мы на сколько хилов идем? 4 или 3? 3. Сейчас по нуле снем будем начинать. Давайте чекаку. Сейчас там 5 секунд будем начинать. По внутренней. Опять там пока по лобавку пристану.
и инту. Крест обновите. Крест. О, бля, инту и папку. Паук, крест можно обновить? На паучи. Слава, обнови там кресты. Это же кос. Селфиш готов? Да-да-да. Так, это вы лагаете или я лагаю? Ты лагаешь. Много. Раз-раз, слышно меня? Да. Это еще фейл на месте бегает. Значит, я могу еще тоже. А это у меня вирус, да? Вот, допустим, у меня ничего не включено левое на компьютере, и у меня реклама типа слышно ее. Всякая-всякая реклама. Да, это вирус. Доктор Веб, утилиту скачай и прогони комп, и все будет. Я уже скачивала ее. Может, это рейпхольдлевская реклама? Фиг знает. Я и закрывала это РК. И все равно появляется. Это что-то в компьютере. Я 2 года назад делал диплом по фрезерному станку, мне до сих пор реклама приходит на оборудование для станков. Это нормальный историк. Сначала нужно выбрать цель. Мне нужна цель. Нет, Ваня, а я, может, не дизер. Чего мы сейчас ждем? У меня нет цели. Сначала нужно выбрать цель. Мне нужна цель. У меня нет цели. Сначала нужно выбрать цель. У меня нет цели. Мне нужна цель. Сначала нужно выбрать цель. Мне нужна цель. У меня нет цели. Мне нужна цель. Сначала нужно выбрать цель. У меня нет цели. Мне нужна цель. У меня нет цели. Сначала нужно выбрать цель. Ваня, тут нет. Пустил. Раз, раз, слышно меня? Да. Так, давай заходи, я не молчас. Держу. У меня нет цели. Шкаф надо? Мне нужна цель. Да вроде не. У меня нет цели. Сначала нужно выбрать цель. Мне нужна цель. У меня нет цели. Сначала нужно выбрать цель. Так, давайте чек на пул. Так, давайте. Все готовы вроде. Иди куклу пей, так начинай. Будем стопать. Не понял, мне пить-то. Так, выходим, слушай.
Стопайте по профу. Профа не бейте. МТРД в центр, милики под зеленого. Пиво передавайте, не забывайте. Давайте, играйте все в зеленого. Добивайте, не сбегайтесь уже потом. Все, добивайте. Добивайте, переводите. Давайте, зеленые к столу, красные бейте красных. Зеленые к столу, красные бейте красных. Смотрим по дебафам. Зеленые сбежались, красные беги. Выбери цель зеленого, только потом сбегаться. Только потом. Все, сбежали с зеленого. Дайте боб по цели красного. Да, все нормально. Убьете так. Добивайте. Дайте пофибрилляции какие-то бафы. Переменить центр. Дру меня хотят вообще? Друлька хотай, куку. Омоложение. Буйный рост. Давайте. Милики профа играйте. РДД красного. Замедлить там ее может. Не добивай лужу до конца, там оставляй до следующих. Давайте, идемте. Хилы РД в центр. Милики сейчас будут зеленого ковырять. Смотрим, сейчас будут пельмени выливаться. Смотрим, куда пельмени к столу, надо будет отбежать. Давайте смотрим. Смотрим, бежим к столу. Играйте по зеленому. Смотрим, давайте, сбежались. Ну, не к столу побежал, чуть-чуть. Сбежались, сбежались. Не стоим, сбежались. Смотрим, пельмени пошли. Там колбы, проводи. Домка стоит. Чему передавайте? Милики профа, РДД красного. Пельмени. Белотрон, беги. Милики, помогите красного, слейте, переводите профа. Все, по стол веди, по стол веди. Все, переводим профа, по стол веди. Не успела я его сериал. Не видно, как проф пельмени кидает. Переводите быстрее 1%, а вы к столу идите все. Все, фаза пошла. Зеленые к столу ушли, красные бейте красных. Играйте по слизням. Зеленые сбежались, красные убегают. После выбора цели на зеленого сбежаться. Все, сбежались к зеленому. Сбежались в сову, красного добивайте. Красная смена. Готовьте боб по цели. Нормально. Давайте без диванов пока играем. Центр пельмени. Это надо им на ману. Все, можешь дальше бить. Три стака. Паладин забирай. Пельмени. Охотники, можете там один стак своровать на профи, чтобы диваны не давать, нормально все будет.
кого там реги на диван есть? Слава, давай. На ДК. Иди на паладина, все равно. Паладин, дай сакру. Сейчас 4 стака будет. Снимай диван. Все нормально. Чему передаем? Все, масса резать упавших. Бесплатно надо кому-то. Хочу его резать. Я бы взял бесплатно. Ух, упал туда, да, хоть как-то будет носить. Получается, когда вторая переходка на третью, получается, я уже вожу от красного потом к столу, не к зеленому, да? После красного идет переходка. Да? Нет, по процентам она идет. Надо смотреть по хп босса. 35, да, процентов переходка? Да, да, да. Если, допустим, 33% и вы красного бьете, все, я веду к столу. Нет, 35 уже переходка на 40. Если 38, допустим, 30. А, ну все, поняла. Ты в любом случае во время переходки должна идти к столу. Причем тут слизень вообще. А, ну все, ладно. Ну там же, когда зеленого на первой переходке, там же он почти сразу переходка. Ты главное смотри, чтобы колбы под столом не оказались, и все. Ну это да. Но я смотрю, вот самое главное по дебафу этот, когда колбы должны быть.